все умели мечтать и не боялись что-то новое взять и начать. И каждый снова слышал фразы, типа хватит мучиться, да кому ты нужен, у тебя не получится. Но мы слышали огонь, который бился в груди, и так хотелось нам узнать, что там ждет впереди. И не только узнать, а быть творцами своей жизни. Мы хотели все и сразу, выбирали капризы. Просто начни сегодня. Смотрит сейчас, как ты меняешь свой статус на бизнес-класс. Вокруг тебя теперь так много сильных людей, наполняющих смыслом каждый свой день. Теперь ты знаешь, первый это ведь не значит один. Среди таких же, как ты, ты просто непобедим. Подставляй свое плечо тем, кто в начале дороги. Мы люди мира с тобой, и нас уже очень много. Просто начни.